Фойе оживленно, идет подготовка к празднику. Здесь собрались больше 20 национально-культурных обществ – караимы, крымчаки, крымские татары, молдаване, эстонцы, болгары и другие народности. Гагаузы – это очень прекрасные, веселые люди. Единственное, чем отличается язык у нас турецкий, но вера православная. На столе блюда национальной кухни. Их принято готовить на праздники. Мы готовим долма. Оно готовится из виноградных листьев. Внутри еще рис, плюс еще булгур. Кто хочет по желанию, туда добавляет мясо. Одно из национальных сладких блюд Гагаузии – это кабаклы. Кабаклы делаются из теста, а внутри – это тыква. Яркие костюмы у чувашского общества. Шили их сами. Оригинальные головные уборы отличаются шпилем. Если плоский, то костюм замужней женщины. Если с острым верхом, то девичий. Национальная одежда чувашского народа с обилием вышивки и украшениями из монет. Почему очень много манисты? Ну, как историки объясняют, говорят, что в свое время наши наследники, женщины, были амазонками. И каждый из этих манист был направлен на защиту от нападений. И к тому же еще говорят, что звон монет отпугивает злых духов. Национально-культурные общества Севастополя устроили праздник с елкой, Дедом Морозом, Снегурочкой и хороводами, песнями и танцами. Такие совместные праздники еще больше объединяют народы и подчеркивают важность сохранения и развития национальных культур. С традициями и обычаями народов Крыма познакомились Светлана Федодеева и Андрей Вовк, информационный канал Севастополя.